И снова всем привет, дорогие друзья! Покажу немного, что у меня уже на данный момент созревает, что-то еще поспевает, но как бы помидорчики уже кушаем. Вот это Любаша, моя любимая, я ее просто обожаю. Беру ее всегда, сажаю всегда и всегда мы с урожаем. Для эксперимента, конечно, добавляю что-то новенькое. Здесь у меня черри, краса, длинная коса. Как-то она мне не очень. Здесь Золото Востока. Неужто будет две помидорки всего? А вот тут есть что-то. Ну ладно, посмотрим. Еще у нас лето впереди. Так, ну там у нас бычье сердце. Вот сейчас я вам покажу. Вот такие грозди. Такие хорошие помидорчики. Вот. Бычье сердце веду в два ствола. Как бы вот еще на макушечке тут есть. Так, дальше что у нас? Лапочка. Ну, лапочка, как-то мы тут немножко поели. Ну, ладно, пусть не будем на ней зацикливаться. Так, это у меня банан красный. Так, это у меня... Что же это у меня? Ну, это Любаша, друзья. Это Любаша. Вот она. Обожаю этот помидор. Мало того, что на... тут на кисте сколько... И еще созревает и созревает. Так, папина дочка. Ну, мы немножечко тут покушали, но вот это папина дочка. Так, ну вот, друзья, тот самый джекпот. Посмотрите, разве это не чудо? А когда они все покраснеют, все поспеют, это будет что-то. Это будет супер. Я думаю, что стоит его сажать. Посмотрите, какие грозди. Это просто... Я очень довольна. Остановлюсь точно на джекпоте, на Любаше. Так, ну давайте дальше. Что у нас тут? Тут ломаются ветки. Это у меня Леопольд. Леопольд тоже сажаю всегда. Очень довольна. Так, ну что тут еще? Черный мавр тоже сажаю всегда. И очень мне нравится. Нижние веточки мы уже тут подъели. Помидорчики такие бурые. И внутри очень сочные, очень сладкие. Очень, очень вкусненькие. Вот тоже грозочки хорошенькие. И их очень много, друзья. Веду в два, а иногда и в три ствола. Так. Это у меня сеньор помидор. Это лиана. Вот, посмотрите, какая гроздь. Тоже подвязала, все ломается. Ну вот, как-то так. Так, это у меня Мармандэ. Это я покупала здесь семена. Ну, ну пусть. Ничего не буду, без комментариев. Это перчики у меня краснеют, тоже мы их кушаем уже. Это просто семена взяла из магазинных перчиков мини. И вот мы тоже их кушаем. Так, это что у меня? Это лель. Это лель. Так, это Леопольд. Ну, Леопольд сажаю всегда. Всегда довольна и всегда с урожаем, друзья. Так, дальше. Что у меня тут? Это Ирина. Сажаю ее первый год, друзья. И я как-то скажу вам, что я довольна. Вот. Помидорчиков много. Вот. Так, это у меня Любаша. Ну, Любашечка, она есть Любашечка. Так, это Леопольд. Мы его кушаем уже давно. Вот тут все обдираем, обдираем. Вот и созревает еще вот сколько. Чем больше обдираешь, тем больше на нем помидорок образуется. Это слот тоже от партнера. Ну, как-то так не очень. Так, ну это у меня джекпот. Так, и тут маленькая Любашечка была, такой прям поломанный был весь саженец, но тоже помидорчики дает. Так, ну пойдемте в другую тепличку. А еще на улице у меня тут помидорок будет много. Так, давайте здесь тоже быстренько покажу. Ой, падает все.
Надо подвязать. Так, это у меня что? Банан красный. Так, надо его подвязать. Так, тоже партнеровские. Это пламя. Помидорчики. Ну да. Будет помидорчиков. Так, здесь у меня папина дочка. Посмотрите, друзья. Тоже хороший помидорчик. Даже очень. Так, это черный мавр. Вот одна кисть, вторая, третья, четвертая, пятая. Вот тут еще будет. Так что, как бы даже советую. Так, ну это Ирина, я показывала в той тепличке. Такие хорошие помидорчики. Ну, Леопольд, конечно, да. Так, что у нас там еще есть? Так, это кто? Ой, потерялась. Меточка. Так, ну вот черный мавр тоже. Леопольд. Любаша, это у меня из пасынка, друзья. Был пасынок. Стоял в водичке, дал корни, и я его тоже воткнула. Вот растет. Так, Леопольд. Так, что еще у нас тут? Папина дочка. Ну, не все помидоры у них такие супер-пупер. Так, здесь что? Медовая капля. Вот она созревает. Созревает. Ну, капля она, капля есть. Так, что тут у меня? Это слот. Тоже партнеровский. Ну, вот как-то вот так. Ну, перчиков тут немножечко. Так, это кто у нас? Лапочка. Вот такие гроздочки. Одна, вторая, третья. Ну, тут немножечко. Так. Что тут у нас? Это лапочка. Лапочка вот аж прям на земле. Бедолаги лежат. Так. Это томат Ирен. Ну, как бы будет тоже. Ну, сажать его не буду. Так, что еще вам показать? Ну, на улице немного показала, тут немного показала. Ну вот. Буду заканчивать такой обход свой по помидоркам. Это джекпот. С краешку у меня тут такие гроздочки хорошие. Нравится мне. Так. А тут что у меня? Суперсвит. Это финский черри. Ну, посмотрим. Вместе с огурцами. Так. Ну, что еще показать? Кабачульки завязываются понемногу. Так. Здесь низкорослые томатики. Волгоградский скороспелый. Тоже такой будет. Помидорчиков много. Так, это золотое сердце. Как-то не очень. Ляна. Помидорчиков-то будет тоже много. Вот они. Так, это у меня лель. Тоже. Ну, на улице хорошо помидорчикам. Неплохо. Хорошая погода. Главное поливать. Так, ну тут у меня смесь такая. Тут у меня все. И щавель, и гладиолусы с помидорами. Вот тут помидоры, тут помидоры. Это помидорчик Ирина. Совсем что-то он на улице, как карликовый. А так заявлено 1,5 метра. Так, это ляна. Ну, завязываются помидорчики, завязываются. Будут помидорчики и на улице, и в тепличке. Ну, капустки немного. Тоже тут упал помидор.
прям на капусту. Надо подвязать. Так. Ну, немного моркови, немного свеклы. Всего понемногу тоже. Помидорчик тут. Такой кишмиш. Здесь свеколка тоже немного. Укропчик уже поморозила. Надо посадить еще. Так. Огурчики в бочке. Тоже мне нравится в бочке выращивать их. Тоже уже кушаем. Огурчиков будет много. Так, ну что еще показать? Да и все, наверное, друзья. Здесь немного тоже огурчиков воткнула. Пусть они еще успеют вырасти. Здесь такие тоже огурчики уже тянутся. Огурчиков будет. Так, ну на этой нотке буду заканчивать. Всем хороших урожаев, красивых цветочков. До новых встреч!